Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Олег Петрович, с каким настроением команда вышла из отпуска? С прекрасным настроением. Все по друг другу соскучились и очень тепло встретились. И это классно, круто. Мы вместе, и самое главное, все ждали этого. Как будет строиться тренировочный процесс? У нас есть программа, которую мы делали в том году. Мы будем придерживаться этой программы. У нас, естественно, будут определенные коррективы, дополнения в этой программе и определенные коррективы в связи с погодными условиями. Мы, сохраняя нагрузку, сделали работу в зале и перешли на пляж. Завтра утром мы посмотрим на погодные условия, мы посмотрим на состояние поля. Если все нормально, то мы будем делать по ту программу, которую планировали и которую мы делали в том году. То есть так и будем делать. Как вам та работа, которая была проделана по поиску спарринг-партнеров? Да, прекрасно. Это были наши приоритеты. Мы просили, наш клуб, руководство, мы просили, чтобы у нас были команды премьер-лиги. И мы очень довольны, потому что проделана большая работа руководством, и у нас хорошие спарринги, все клубы из премьер-лиги. Для нас это будет прекрасный опыт.